Сейчас мы с вами на пальцах, просто вот на картиночках, поймем, что такое сложный процент в математике и выведем основную формулу для вкладов в банке. Представьте себе, что вы пришли в банк, чтобы положить туда некоторую сумму денег. Нарисуем ее вот таким прямоугольничком. Вам банк говорит, что хорошо, да, мы будем начислять на эту сумму проценты. Допустим, для простоты скажем, что это 10% каждый год. То есть через один год у нас станет эта сумма плюс 10% от этой суммы. Так? Так. То есть, если мы через год заберем, все, у нас будет сумма и 10%. Ну, давайте, например, посчитаем. Типа, была у нас 1000, да? А здесь уже будет плюс 10%, это 1100. Спрашивается, а что будет происходить уже вот через 2 года? Будет ли просто начислено еще 100 там, рублей? То есть, у нас уже будет вот эта сумма и плюс 10% через год, но 10% то уже от не от изначальной 1000, а от вот этих вот 1100. Поэтому добавочка уже будет побольше, и она будет не 100, а получается 10% от 1100 это 110, ну, рублей, например, да? И тогда у вас вся сумма будет 1100 плюс 110. 1210. То есть, если бы вы не знали, что такое сложные проценты, это проценты на проценты, то вы бы сказали, что через 2 года будет 1200, а так 1210. Супер! А теперь выводим общую формулу для вкладов в банке. Пусть вы принесли в банк S денег. Это ваш вклад. S – это сумма. И вам сказали, что на эту сумму будет начисляться R процентов. Ну, там, допустим, 10, 20, 12, 8%. Тогда сумма через N лет, это будет S, пускай это нулевое, начальное, умноженное. А вот теперь давайте думать, на что мы должны умножать? На что мы должны умножить число, чтобы получить, например, 110% от него, чтобы добавить к нему 10%? Мы должны умножить его на 1 и 1. И здесь мы его опять умножали на 1. И 1. А как получается 1 и 1? 1 и 1 это единица плюс 0,1. А 0,1 это как раз и есть десятичная дробь, соответствующая тем самым 10%. Поэтому мы должны умножать на единицу плюс r деленное на 100. R это количество процентов, то есть, например, 10% мы поделили на 100, получили 0,1. Огонь. Но это будет через один год, а через n лет у нас же n раз произойдет это начисление процентов. Поэтому здесь будет n-очка. Вот такая формула для вкладов, которые капитализируются каждый год там или каждый период времени. И это и есть сложные проценты. Подписывайтесь и будете знать больше.